Из воришек в потерпевшие. Именно такой способ ухода от тюрьмы, похоже, у нас существует в Казахстане. К такому выводу я пришел после изучения материалов уголовного дела, которые расследовались у нас здесь, в столице. И в этом материале мы собрали все. Некомпетентность следователя, невнимательность прокурора и абсурдные выводы суда. Это диктатура закона. Мы начинаем. Здесь говорят правду. Друзья, прежде чем выражать свое мнение, давайте вместе взглянем на то, как, собственно, происходило само хищение. Итак, перед вами офис ломбарда Pegas Eurasia, город Астана. 9 марта 2021 года на рабочем месте находится гражданка Кушекпаева. Ровно в 8:30 она формирует сумму в размере 14 миллионов тенге. Подсчет денег примерно завершился спустя 30 минут. Деньги Кушекпаева заносит в хранилище ломбарда. После обеда, получив указание по телефону, Кушекпаева вошла в хранилище, а вышла оттуда уже с коробкой из-под бумаги. Позже в полиции Кушекпаева признается, что в коробке были деньги в размере 14 миллионов тенге. Она завернула их в мусорный пакет, чтобы не вызвать подозрения у охраны. Работник ломбарда сверху, как мы видим, еще и докладывает настоящий мусор из урны. Вот здесь меня реально удивляет само спокойствие этого работника. Она делает все так, как будто этим занимала всю свою сознательную жизнь. Может быть, даже и поэтому она до сих пор не привлечена к ответственности. Но давайте все по порядку. Через 9 минут Кушекпаева одевается, потом сидит в одежде и через некоторое время последние штрихи. Даже и не скажешь, что по-настоящему в голове у этой женщины. Не зря говорят, что внешность обманчива. Она берет коробку и, как мы видим, на выход. Пару слов охраннику, подходит к новой урне у окошка, и для правдивости она также ее освобождает, ложит мусор в коробку. Маскировка на высшем уровне. Через несколько минут Кушекпаева покинет здание ломбарда, а вместе с ней навсегда покинут 14 миллионов тенге, которые принадлежат ТУО «Ломбард Pegas Eurasia». На первый взгляд дело кажется предельно простым и понятным. В правом государстве, будь то это новый Казахстан, либо старый, за такое нарушение неизбежно должна наступить ответственность. Но не понимаем мы, не понимает наш зритель, почему человек, который совершил вот такое очевидное правонарушение, оказался безнаказанным. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю, именно с мошенниками, аферистами. На следующий день руководство ломбарда выявит дополнительную недостачу на сумму еще 14,5 миллионов тенге. Похищено чистое золото почти на 1 килограмм. В это трудно поверить, но двумя неделями ранее вторая напарница, госпожа Оразбаева, выдала ювелирные изделия третьим лицам. Общий ущерб, который был причинен ломбарду, составил 28 миллионов тенге. И вот, наверное, та пословица, которую напишут наши зрители в комментариях. Ломбард не стал ломать судьбы этих фигуранток, и им пошли навстречу и согласились просто на возмещение ущерба. Но, похоже, это было сделано зря. И вот почему. 3 апреля 2021 года Оразбаева и Кушекпаева побежали в полицию и написали заявление по факту мошенничества. Они рассказали там, что во всем виновата женщина, которая сказала так поступить. В общем, они назвали козла отпущения, и вы не представляете, полиция им поверила. Вот что написано в постановлении. Орган досудебного расследования принял заявление у Разбаевой, возбудил дело и в последующем признал ее потерпевшей. Вот как назвать это, друзья? Тупость? Неграмотность? Идиотизм? Ну, я не знаю. Вот чьи деньги? А Разбаевой или ломбарда? С каких пор у нас дело возбуждают по заявлению лица, которому вообще не причинен никакой материальный вред? То есть само начало досудебного расследования уже незаконное. Здесь состав материальный, а у заявителя нет ущерба.
Это все равно, что я пойду писать заявление по какой-нибудь чужой краже. Вот куда мы с такими правоохранителями будем развиваться? Вот что они нам наохраняют? Сюда сегодня приглашены руководители правоохранительных органов и государственных органов, которые имеют контрольно-надзорные функции. Они должны понимать всю полноту своей ответственности за соблюдение их сотрудниками законов и процедур. В ходе расследования уголовного дела следователь прекратил уголовное преследование в отношении Оразбаевой и Кушекпаевой. Официальная позиция следствия выражена в постановлении, где они пишут, что они не совершали преступления, как растрата чужого имущества, так как у них якобы нет состава. Вот только я не понял, почему. Какая это собака? И вот вам, наверное, очень интересно, как на это все отреагировала наша любимая прокуратура. Прокуратура, дай Бог здоровья ей, прокуратура. Постановлением прокурора решение следователя отменено, но почему-то на дополнительное расследование, как должно было быть, оно не направлено. И я подумал, может быть, здесь суд поставит точку? Может быть, он возьмет все эти нарушения, соберет вот один кулак и как даст тому человеку, кому это очень сильно надо. Но к моему удивлению, в приговоре я прочел следующее. Указанные работники ломбарда, то есть Кушекпаева и Оразбаева, не могут нести уголовную ответственность за совершенное мошенничество, поскольку они сами обратились к руководству ломбарда, что стали жертвами обмана со стороны Мухамеджановой. Позже они также обратились в полицию. Вот с этого момента поподробнее. Давайте вот еще раз прочтем то, что написал суд. Указанные работники ломбарда не могут нести уголовную ответственность за совершенное мошенничество, поскольку они сами обратились к руководству ломбарда и стали жертвами обмана. Уважаемый председатель Верховного суда господин Асанов, уважаемый генеральный прокурор господин Асылов, уважаемая судья Таганбаева, я вот к вам обращаюсь и хочу спросить, на основании какого закона у нас лицо освобождается от уголовной ответственности только потому, что она сама обратилась в полицию? Уважаемые адвокаты, уважаемые юридическое сообщество, я вот к вам тоже хочу обратиться и спросить, каким образом явка с повинной является основанием для освобождения от уголовной ответственности? Я думаю, что это супер бардак, который мы непременно освещаем для вашего внимания. Этот абсурдный приговор еще не вступил в законную силу. Мы готовим апелляционную жалобу и очень надеемся, что этот пример не станет очередным показателем негативной оценки. Подписывайтесь на этот канал, здесь будет еще много полезного и интересного. Построим правовое государство вместе.